Всем привет и добро пожаловать на обзор новостей Legacy. И давайте же приступим. Скоро добавят X-Factor Eddie. Очень крутой персонаж и очень крутая новость. Но переходим к следующей новости. Это Лидия Зов и Бранес Ильдан. Они становятся пробуждаемыми, становятся лучше. Новые события — это 4-я годовщина, где вы могли приобрести персонажей из прошлого года. Ну а также в подземелье Князя Света вы могли получить ассасин военного голема. А чтобы получить Севастополя, вам нужно всего-то его пробудить. Ну а также разработчики хотят выпустить книгу с артами персонажей Legacy. Ну что ж, ну на этом не все. Если тебе понравился этот видос, поставь лайк и подпишись. Ну, пока.